И вот так вот я выкрасил крепление задних звезд на бумере. Вот это с бумера. А вот это с Yamaha R1. Ну, вот здесь вот у меня немножко косячок. Вот видите, скол упало. И я же это все буду заклеивать. Ну, не все заклеивать, я это буду обклеивать. Обклеивать вот такой вот пленочкой. То есть я это вот так вот обыграю, интересно, полосками вот так вот его позаклеиваю. То есть вот такими треугольниками, только поменьше. Именно вот эту детальку. И вот эту детальку то же самое также будет. Вот такой вот расклад. Вот так, ребят, выглядят задние звездочки. Угадайте, какой откуда. Где с бэхи, где с эрки. Я сам не сразу угадываю. Вот это с Yamaha, а вот это с бумера сыра. Вот их я тоже все-таки хочу вот так вот обклеить вот этой вот пленочкой, да? Вот такие вот узенькие, ну где-то широкие, наверное, повырезаю треугольники и по всей плоскости от наружи, скорее всего, до центра так обклею хаотично. Вот. Ну а вот так вот я покрасил боковушечку на бумере. Вот так вот она выглядит. Но получился косяк досадный. Блин, пипец, вот так вот взялся неаккуратно. Вот рукой вот за эту часть. А я же здесь клеил и, видимо, много отвердителя добавил, что оно просто взяло и лопнуло, не выдержало нагрузки. Надо было меньше отвердителя еще снизу стеклотканью не просто налить смолы, а еще и проклеить самой стеклотканью. Вот так вот, ребятки. А вот, смотрите, я вырезал шаблончик, буду наклеивать, да, сюда на боковушку, вот такого цвета. Потом это будет все, конечно, смотреться совсем по-другому. Это сейчас оно так, непонятно что. Ну, в общем плане будет классно смотреться. Йоу. Буду сейчас, буду зачищать опять. Буду зачищать, резать, соединять все это дело. Цвет красивый, прям ядовитый такой, насыщенный. Так мне нравится. И звезды тоже. Бомба. Бомба, пушка. Ребя, короче, вот так вот выглядит моя морда нынче. С бумера. Вон оно ушко. Вот оно пострадало. Вот я его, в принципе, зачистил под покрасочку. Вот я сейчас мана заклеил скотчем. Вот у меня кусок отломанный. Ну, вырванный, я его отпилил. Я сейчас изнутри покажу. Хорошо, когда, значит, пластик, он-то у меня стеклотканевый. Вон, видите, я вот кусок уже вырезал, приклеил там стеклоткань сейчас. Вот, то бишь, это как каркас я сделал, чтобы... Так, фокус. Это я каркас сделал, чтобы сама смола не вытекала. Вот. Потому что я ее положу вот на вот это место. И сюда изнутри буду уже лить смолу. Также я вот зачистил ухо. Где фокус? Вот ухо. И изнутри там тоже. Вот мне осталось только лишь зафиксировать. Вот таким вот положением я вот здесь вот отверстие, где по идее стекло крепится заднего вида, я туда прикреплю с двух сторон болты с гайками, то есть оно будет, жестко сказать, зафиксировано. И также с обратной стороны приклею стеклоткань и залью ее. Вот.
тебя? Как вам вид? Оба, оба. У нас уже 1:30 ночи, а я всякой ерундой занимаюсь. Общий вид вам дать, да? Оп, отхожу дальше, отхожу. Ну, короче, вы поняли. Вот, у меня еще печалька. Как вам вид вообще? Мне, блин, бомбезно вообще. Я прям тащусь. У меня, конечно, печалька. Мне сегодня, короче, не хватило краски в баллончике. Я же, это же краска в баллончике, потому что это спеццвет идет, ее нигде нету. На розлив ее нету. Мне не хватило краски. Я сегодня поехал, значит, купить. А мне сказали, только через 2 дня мы тебе ее привезем. Я, ну хорошо, окей же. Вот, а связался там, короче, я с парнем, он с Москвы красит тоже все подряд, занимается маляркой. Он мне показал, короче, видел мои там прямые ВКонтакте, он мне показал, у них, говорит, газели красят таким цветом. Я говорю, блин, Леша, где мне такую краску взять? Потому что это имеет свойство на свету выгорать быстро. Он говорит, ну я узнаю там через знакомого. И вот немножко я тут еще косякнул, вот видите. Он же плюется, вот фокус. Он очень сильно плюется, этот баллончик, ужасно просто. И вот я перелил много, короче, был потек серьезный, я решил этого убрать, ну и немножко неаккуратно это сделал. Надо было потом дать высохнуть и зашкурить, короче. Ну ладно, я это обыграю, знаете как. У меня же вот такая пленка. Фокус. Оп. Сейчас я отойду, покажу, как она меняет оттенок. Я же буду вырезать из нее треугольники и обклеивать колеса. Я думаю, что мне на 2 мотоцикла должно хватить ее. Вот. Ну вот я, короче, пошкурил место клейки. И вот уже стеклотканью и эпоксидкой уже намазал. Вот уже подсохло, в принципе. Сейчас я подолью еще здесь, вот подровняю вот этот уровень. Чтобы гладенько было. Сейчас фокус поймаю. Вот. Чтобы тут все прям так западлицо хорошо было. И буду дальше. Короче, подклеил я мордочку. Сейчас я вам покажу все. Она уже подсохла, нужно переставлять струбцинки. Я, короче, ухо, получается, отломал при падении. Вот, стеклотканью с полиэфирочкой все это заделал. Вот, сейчас снимаю струбцинки. Скажите, как вам видок? Имеет вид? Напишите там в комментариях. Вот. Выкрасил. Начал лепить лепнину. Косяка тут еще упорол, смотрите. Не добавил же я отвердителя, да? И вот такая вот беда получилась. Когда клеил, короче, начал переклеивать, отклеивать просто. Я тупо, короче, просто вместе с грунтовкой, с краской все это слезло. Охренеть. Короче, сейчас я обклею. Ну и подчищу и попробую опять загрунтовать. Обклеил. Сейчас тряпками еще подзамотаю колесо. И подгрунтую. Ну, в общем, смотрите, что у меня здесь на столе происходит. Мамка хорошо хоть не видит, наверху находится. В общем, это что? Правильно, это тормозные диски с Yamaha R1. Вот. Это самые большие диски, 320 мм. Именно на Yamaha используют такие диски. У Джиксеров, у Kawasaki, Honda, у них поменьше чуть-чуть. И именно на этой Yamaha используют 3-поршневые суппорта. Вот здесь, значит, я обклеил, чтобы покрасить. Все-таки я решился покрасить тормозные диски. Вот сейчас я их не буду грунтовать, я их сразу покрашу базовой белой краской. Вот, а потом уже сверху, скорее всего, салатовым цветом, салатовым краской, салатовой.
Вот замажу я сейчас, возьму смазку, замажу я вот эти вот клепки, чтобы, ну, чтобы лучше смотрелось, как бы. Я думаю, это ни к чему будет красить вместе с клепками. Вот, правая и левая сторона обклеенная. Начал тоже красить. Смотрите, позамазывал, взял кисточкой и солидолом позамазывал вот эти вот клепки на дисках. Просто не хочу, чтобы они как бы были тоже украшены. Мне кажется, это не очень смотрится. Не знаю, как ваше мнение, напишите в комментариях. Что думаете? Его как бы ее можно потом будет стереть, просто взять, намочить. Этот, скажите, растворитель акриловый, и все это подтирать краску. Я могу покрасить, могу, не знаю, даже вот в раздумье как бы. Сейчас покрашу, мне кажется, как оно есть, потом уже посмотрим, что будет. Покажу вам все.